Итак, доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. С вами Федько, гильдия Эспада, Сервис Сумерки Богов, и Экзорцист, гильдия Смерть, Сервис Сумерки Богов. Вот. Сейчас мы попробуем с ним помериться письками. Вот, да, Серега? Да. Да, вот, будем тестировать билды. Приблизительно такой вариант билда я себе накидал. Если надо, кому-то выложу в описании ссылку. Будете смотреть и сравнивать. Также я приму любые комментарии по поводу билда. Вот, поскольку как бы все по новой, класс новый полностью. И я рассмотрю все варианты. Видео создано благодаря группе Послушана Лод Онлайн. Ссылку вы можете видеть в описании или же тут на экране. Вот, все интересное мира Сарнаута собрано здесь. Заходим, подписываемся, ставим лайки, комментируем и просто будем хорошо проводить время вместе. Так, теперь касательно паладина. Вот, да, я поднял все-таки 70 уровень, это был долгий и мучительный процесс. Вот, касаемо паладина, ребята, я вам могу сказать то, что либо я дофига прямо руки, либо это просто жопа в самом классе. Ну, я все-таки склоняюсь к тому варианту, что я дофига прямо руки. А я хоть панель всю раскидал, а я еще не всю панель раскидал, и все. Так. Напутствие, зеркальный щит. Отражает 35% урона. Ох ты. Как-то много классовых умений добавилось, ну, которые раньше я не видел. Вот. И мне, как всегда, не хватает панелей. Вот это прям какая-то, знаете, вон выдержка висит, ладно, пусть она там висит, мы просто сдвинем. Так, выдержка. Что у нас еще не хватает, из-за того, что здесь святой гнев. Так, кулком вниз, увеличивается на 7 урон физическими атаками света. Давайте возьмем. Будем пробовать, что делать. Придется. Так, сплочение, вот оно, все. Закрываем и ждем нашего друга. Друг, ты где там, кстати, делся? Лечу уже. Лечу, и не молчи, я же этот. После того, как я... Лечу. Вот, после того, как я очередной раз сейчас всосу ему в PvP, я расскажу про систему крафта характеристик, перековки стат и так далее. Вот, хочу сказать, что в этом сезоне очень много голды надо будет вам фармить. Вот, как видите, вот на мне уже частично одет шмот, я особо просто не разбирался. Вот, и я расскажу, ну, на данном моменте, где его можно получить на ПТСе. Вот, ну и также, как вообще нам потом поступать с ним. А, ну, в принципе, у нас сейчас с тобой равная одетость, и мы с тобой можем попробовать даже ПВП. Чё, в хиле будешь, что ли? Нет. Давай, бери там двуручку, опасный ты мой. Не, я с новым билдом. А, ты с новым билдом, ладно, спешиваемся и пометки начнем. Так. Я готов. Прям как Спанч Боб. ТП. Отлично, так. Куда ты убежал, твою мать, а? Что ты бегаешь постоянно, задрал уже. О, уже что-то лучше. Эй, вот так. Слишком далеко. Эй. Как ты станерщик? Барыга, паскуда мразь. Я ж тебя найду. Со своим разрядом. О, смотри, я в этот раз больше живу, ладно. Накаркал всё. Что-то догони его. Куда ты свалил? Всё, палево. Отлично, так. Слишком далеко. Пока
пока его догонишь еще, это капец, ребята. Что-то ты до хера бегаешь, хочу тебе сказать. Ну ладно, ой, все. Тебя внюк, ты понял? Я на тебя обиделся. ПВП в свете немного бред. Да, ты как-то да. Как-то ты получил побольше, чем в прошлый раз, я быстрее ушел. Ладно, не суть. Как бы, в принципе, играть на билд. Я куда-то автодаф и просрал. Куда его просрал, кстати? Так, сожжение, вот он. Сожжение, все. Вот тебе. Говнюбка. Я на тебя обиделся, все. Не хочу я с тобой больше снимать в истории. Ладно, пойдемте рассматривать, господа, характеристику и прочий бред, который нам будет доступен в новом сезоне. Так, там дофига людей, поэтому, пожалуй, я скину графику. Вот, дабы не было лишних зависаний. Потому что и так, как видим, из-за большого количества людей у меня не супер мощный компьютер живет. Итак, мы прибыли в Астральную Академию. Для тех ребят, которые сейчас достигли 68 уровня, вы можете подойти к крабу в Астральную Академию, вот к этому дружелюбному. И тут будет такая кнопочка, короче, апнуться и стать имбой. Прям все пойдете сразу, моментом. Ладно, собственно, касаемо крафта. Давайте сейчас я закуплю тут компонентов, потому что вот тут вы можете получить экипировку на ПТС. Вот. Купить компоненты, они копеечные. Сейчас закупим, сейчас 1000 возьмем. Конечно, к нам даст 1000. Вот этой хрени возьмем побольше. Так. Еще, пожалуй, возьму. Потому что сейчас попробую с вами сделать несколько шмоток. Насколько у меня хватит золота. И магическая пыльца. Все, так, принимаем и идем с вами крафтить. Значит, смотрите. Ой, как тут много народу. У вот этого Демьяна Кратцева вы сможете приобрести, правда, неулучшаемую экипировку, которая там вот там наручи и так далее. Надо ожерелье купить. Оружие вы сможете приобрести у него. Ну, на первых порах тут на ПТС. Вот. Ная Вихрева у нас сейчас барыжит инсигниями, поэтому если у кого нет инсигнии, обращайтесь к Ная Вихревой. И давайте приступим к самому процессу крафта. В списках крафтов, как мы видим, есть вещи, как бы стоимость. И все, что нужно, и что нужно для того, чтобы сделать вещь. Вот. Давайте с вами сделаем, наверное, фиольный доспех сразу. Ой, не доспех, а что мне надо? Мне это вообще не надо. Вот, давайте с вами сделаем фиолетовый шлем. Вот. И вот как бы он элементарно достаточно. Есть компоненты, есть амальгама, и вы получаете ваш шлем. Смотрите. Вот, во второй вкладке это была вкладка создания. Теперь есть вкладка преобразования. Вот, тут также выставлены цены на то, чтобы вы могли перелить, так сказать, свои статы. Вы просто берете, каждая шмотка может обладать определенным количеством характеристик. Внизу вы можете видеть, там вот эффективность характеристики 100%, атакующая, защитная. Вот, ух ты, а что это у шлема меньше? Ну, не суть. Вот, атакующие характеристики, мастерство, беспощадность, шанс хренурота и так далее. То есть мы выбираем, допустим, атакующую характеристику, нажимаем преобразовать и переобразовываем с наибольшим показателем, ну тут в данном случае с наибольшим показателем беспощадности. Вот, мы перековали, потратили энное количество золота. Вот, по поводу создания и улучшения синие экипировки. Ну, синяя экипировка будет улучшаться вот так, вот этим свитком, и нам нужно его сделать. Для этого нам нужно вот
5 вот этих магических чернил. Вот, мы просто тупо нажимаем спамить, спамим 5 штук. Так, 5 штук мы наспамили, по-моему, нет. Нет, не наспамили. Ну, давайте наспамим все-таки 4 и 5. Свиток стоит 33 тысячи золота, мы его создаем. Вот, я не знаю, если у меня какая-то шмотка. Так. Нет, шмотки у меня нету. Так, давайте сейчас берем это, мы оденем. А нет, это салатовое, нет, мне не надо салатовое, синюю мне дай. Когда вы активируете новую вещь, ну в данном случае здесь на тестовом сервере, вам сразу идут все статы, которые выпадают на эту шмотку. Это вот природный урон, стремительность, сила, крит урона. Давайте мы возьмем на крит, потому что с природой мы явно не дружим. Потому что мы чуть-чуть физики и все такое. Итак, давайте создадим какую-то вещь. Пусть это будет что, ну, пусть это будут штаны. Давайте сделаем штаны. Штаны битвы. Все, как бы создаем. Все, мы молодцы, мы с вами сделали вещь. Вот она. Вот берем этот свиточек. И вуаля. У нас есть фиольные штаны. Ценности, которые, ну, тут как бы разбазаривают, просто так, типа, нате, держите, и все такое нам не жалко. Вы можете в реале, когда будет, вы можете добыть во время полетов на астральные острова, к примеру, или же, что мы можем, что, где мы можем, как вы думаете. И, конечно же, это батлграунды, типа, хутор, яры и так далее. Вот, давайте пока... О, у меня еще 23 тысячи золота, я может что-то даже смогу создать. Как раз вот ровно последнюю шмотку сделаем. Так, рубаху надо. Надо сделать нам рубаху, давай, пожалуй. Где у нас рубаха? Вот у нас рубаха, сделаем рубаху. Вот, а потом вы можете крафтить, так сказать, дары же и выше, становиться имбой и всех нагибать. Вот если заметить, то по сравнению с предыдущим сезоном, когда достаточно много давали вещи, разница между фиольной даже и зеленой рубахой на самом деле небольшая. Большой такой плюс идет уже конкретно на характеристики, там шанс крит урона, живучесть, вот, и конечно же броню. Это всегда как бы было. Смотрите, еще один такой момент. Если вы видите, есть такая графа, эффективность характеристик. То есть на зеленом уровне это атакующая, защитная 100% срабатывает. Если вы видите, на фиольной срабатывают, шанс не 100%. Я не знаю на самом деле, с чем это может быть связано. Вероятно, с тем, что вам потом придется более тщательно подбирать те характеристики, которые вы будете выставлять для комфортной для вас игры. Вот. Это, собственно, все, что я могу сказать на данный момент. Дальше в процессе теста я уже буду узнавать больше. Соответственно, буду делать новые видео, которые вы сможете увидеть, подписавшись на канал и следить за его обновлением. На этом все. С вами были Экзорцист и Федькос, Кумерик Богов. Вот. Задавайте вопросы в комментариях, отписывайтесь в группе и, конечно же, вступайте в эту группу для того, чтобы знать, что вообще происходит в мире Сарнаута. На этом все. Всем спасибо за внимание. Вот. Пойду я, наверное, поем.